На значное повеличение объемов экспорта медицинских послуг различивать у Могилевской городской больницы худкой меддопомоги. Связывают это сподевание с открытием центра экспресс-диагностики. Его призначение – полное медицинское обследование усяго за один день. Для Могилева открытие центра наспело. Такий накерунок медицины, как экспресс-диагностика, здобыток сучасности, коли темп життя не дозволяет вылучить час на полное обследование. У центра объединены амбулаторный прием и дзённый стационар. Тут можно провести больше за 20 исследований и отримать персональные консультации полного шерегу специалистов. Это значительно облегчит работу амбулаторно-поликлинического звена и предоставит абсолютно новое качество, сервис, а самое главное, сделает более доступной медицинскую помощь для жителей города Могилева и Могилевской области. Для работы центра есть все необходимое. Больница худкой медицинской допомоги сегодня укомплектована сучасным обсталяванием. 5 дней центр працует у тестовом режиме, и первые наведвальники есть. Они все приходят на большие методы обследования, где надо делать целый комплекс обследований. Это занимает достаточно много времени, но мы это можем сделать здесь в один день, быстро и достаточно качественно. Новая послуга «Экспресс-диагностика» позволяет дознаться про стан здоровья за один день. Безумовно, она платная. У больницы различивают и на повеличение экспорта медицинских послуг. Уже есть звороты пациентов соседних районов России и Украины. Алиса Рыбалка, Миколай Соболев, новини региона.